slow down. Grab and go up. Wiggle like you're trying to make your ass fall off. Slow down. Grab and go up. Wiggle like you're trying to make your ass fall off. Всем доброго времени суток, друзья. С вами Валерий Хаус и прохождение игры Resident Evil 2. Компания за Леона Кеннеди. Ну что? Сходим, сначала проявим пленку, а потом отправимся в часовню. Клэр мы не встретили, хотя я так думал, что встретимся с Клэр. Но, видимо, не судьба. Забори. Живой еще. А, куда выстрелил ты? В пол куда-то. Патроны потратил только. Нифига, как его дернуло-то. Блин, не успел. Хотел проскочить. Пленка С. Код исследований Т-103. Из-за ускоренного метаболизма более ранних рядов 0-0 этот субъект обладает образцовыми регенеративными способностями. RNX-016 файл данных. Все, теперь направляемся часовню.
Так, опустили лестницу, поднимаемся. Похоже на выключатель. Ничего не срабатывает. Ставим шестеренку. Конь. Старый пыльный сток, спрыгнуть вниз. Нет! Пошел отсюда! Что-то вроде вставки в форме шахматного коня. Так, где же мы выпрыгнули? Угу. Пойдем посмотрим, что там натворил наш Биркин. Бен! Ты меня еще слышишь? Ну давай же, отвечай! Черт! Я не могу поверить в это! Я почти все понял! Бен! Горькая ирония! Шеф полиции закоксовал и выбросил ее. Достань этого ублюдка! Заставь его заплатить! Держись там, Бен! Леон. Письма шефу. Брайану Айронсу, шефу полиции Ракун-Сити. Наша лаборатория в особняке была уничтожена предателем, Альбертом Вескером. К счастью, его действия не оказали существенного влияния на ход исследований. Единственной угрозой нам остаются оставшиеся сотрудники отдела Старс. Редфилд, Валентайн, Бёртон, Чемберс и Викерс. Если выяснится, что у них есть против нас какие-либо улики, немедленно избавьтесь от них, но только так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Продолжайте следить за ходом их расследований и постарайтесь избежать любой огласки. Аннет все так же будет вашим связным в ходе всего этого дела. Уильям Биркин. Брайану Айронсу, шефу полиции Ракун-Сити. В качестве оплаты ваших услуг за прошедший период я перевел на ваш счет $10,000. Как мы и договаривались... Разработка вируса G почти окончена. Когда вся работа будет сделана, я уверен, что меня примут в совет директоров корпорации Umbrella. Нам необходимо действовать крайне осторожно. Редфилд и остальные члены Старс все еще пытаются добыть информацию о проекте. Продолжайте следить за ними и блокируйте все их попытки проникнуть в подземный исследовательский комплекс. Уильям Биркин. Брайану Айронсу, шефу полиции Ракун-Сити. У нас проблема. Мне стало известно, что директорат корпорации Umbrella... Корпорация Umbrella направил в Ракун-Сити шпионов, чтобы выкрасть результаты моих исследований вируса G. Мне неизвестно, сколько всего этих шпионов. Однако я не могу позволить, чтобы у меня так просто украли работу. Тщательно обыщите весь город и задержите всех подозрительных людей под любыми подходящими предлогами. Сообщайте Аннет о каждом таком задержанном. Надеюсь, эта мера предосторожности поможет мне. Я никому не позволю украсть мои исследования по вирусу G. Никому, даже самой корпорации Umbrella. Уильям Биркин. Куда ты идешь, Эйда? На химическом заводе. Мне кажется, что я найду там Джона. Эйда, подожди! Эй! Леон, ты все еще там? Мы уходим. Ты что, сумасшедший? На улицах полно зомби!
будет хорошо, поверь мне. Мы нашли путь к сточной канаве. Присоединяйся позже. Клэр! Клэр! Подожди, подожди! Но почему меня никто никогда не слушает? Нелепая смерть. Так. Все, больше здесь, походу, ничего. Можно возвращаться, брать шахматные фигуры. И открывать проход. Так. Там, по-моему, есть сейв-рум, где можно будет взять фигуры шахматные. Так, паук. Паук, паук. Да, здесь сейв-рум. Так, нас, возможно, может ждать там какой-нибудь злой монстр. Так что возьмем кольт на всякий случай. Я действительно не помню, будет ли там кто-нибудь или нет. На всякий случай лучше предохраниться. Чего и требовалось доказать. Довольно гладко мы с ним разобрались. Пришлось жизни тратить, причем я аптечки даже не взял. Отлично, дверь открыта, можно идти. Что это все было? Убегать оттуда было глупо и бессмысленно. Эти зомби везде. Людей почти не осталось. Я была там, Леон. Я знаю. Живых.
Эйда, я офицер, и моя работа заключается в том, чтобы охранять тебя. Но мы не выберемся отсюда живыми, если не будем работать вместе. Хорошо? Хорошо, делай как знаешь. Так, ничего не происходит. Когда к ней подходим, ладно. Фильтратор. А, ну мы идем вместе, значит. Ну, отлично. Так, синяя трава. Это говорит о том, что, возможно, могут быть пауки. Факс смотрителю канализации. Список пользователей подземной транспортной системы. Каждую первую и третью среду месяца системой будет пользоваться глава отдела обслуживания Анжелика Маргарет. Поскольку используемое ею оборудование может быть повреждено испарениями влаги, вам будет необходимо осушить воздух. Повышенная осторожность. 6 и 16 числа каждого месяца система будет пользоваться шеф полиции Брайан Айронс, чтобы посещать обычные собрания в лаборатории. Каждую четвертую пятницу каждый нечетный месяц системой будет пользоваться Уильям Биркин, чтобы проводить семинары для чикагского отделения корпорации Umbrella. Ввиду риска покушения на жизнь доктора Биркина, от вас требуется предпринять повышенные меры безопасности. Вы будете оповещены обо всех других лицах, которым будет разрешен доступ к системе, и о возможных днях их посещений. Проводите указанных лиц к требуемым местам. Будьте вежливы и внимательны. Чарльз Колман, главный секретарь корпорации Umbrella. Устройство регулирования качества канализационной воды. Так. Убираем кольт. Где там оружие у нас все? Так. Ай, промазал. Так, аптечки тоже. Берем. Походу все. Пока что все. Все, что нам нужно, мы взяли. Это дверь на склад. Спустимся на склад, посмотрим, что там. Это спиртовая лампа. Спирта в ней еще много. Здорово. Патрончики к магнуму. Так, ничего не видно. Вот спиртовая лампа.
которого теперь свет есть. Все, здесь больше ничего нету. Все, можно спускаться в канализацию. Женщина была. Я должна поговорить с ней. Он потерял сознание от шока при ранении. Рана, кажется, не смертельная. Карта канализации. Бросаем Леона. Бежим вслед за женщиной. Похоже, она... Множество пятен крови. Похоже, она ранена. Ну, всякие жучки-паучки. Регулятор вентилятора. Можно ненадолго остановить вращение. Гэсси, если я не ошибаюсь, то ты тот человек с картой. Идентифицируй себя. Эйда. Эйда Вонг. Эйда Вонг. Я слышала это имя раньше. Теперь я вспоминаю. Один человек из Чикаго приехал, чтобы помогать исследовать вирус Т и использовать имя девушки как пароль. Я думаю, Эда и Джон. Как ты узнал? Кто ты? Аннет Беркин. Мой муж ответственный за разработку вируса Т. Вильям Беркин. Что? Джон мертв. Он стал одним из этих зомби. Мои соболезнования. Но... И хотя я жалею об этом, ты скоро к нему присоединишься. Я не разрешу никому забрать у меня вирус G. Вирус G? Оно может создавать наилучшее биооружие. Его потенциал превосходит вирус T. Это означает, что та тварь в полицейском участке — это... Точно. Мой муж Вильям. Это все ошибка Амбреллы. Ничего бы не случилось, если бы они не пытались украсть у него исследование. Где ты это достал? Он похож на тот, который я дала Шерри. Целая это. Я берегла это для нее. Лжец! Отдай его обратно! Очень плохо. Действительно плохо. Так, оказывается, в медальоне был образец вируса G. Он держит что-то, но пока мне это не нужно. Машина, регулирующая количество мусора. Похоже на какую-то книгу, пока мне это не нужно.
Эйда? Так. С дыркой в груди. Отправляемся на поиски Ады Вонг. Патрончики. Так, понятно. О, аптечки. Отлично, можно сейчас будет смешать там с синей травой, которая у нас в сундуке. Так, аптечек мы поднакопили так довольно нормально. Спускаемся по лестнице. Куда-то бежим, непонятно куда. Труп шефа полиции. Так, здесь ничего нету. Ну, это вот так помню, это лифт в особняк обратно. Да. Здесь уже вот все вставлено. В принципе, нам здесь делать нечего.
Это говорит о том, что Клэр уже спустилась в канализацию. Зря только патроны потратил. Ну ладно. Движемся на поиски Адвонг. А, еще вот дверка. А, закрыто все. Ну, ладно. Вверху лестницы есть вентиляционное отверстие. Вентилятор вращается быстро, чтобы можно было пролезть. Темно и ничего не видно. Медаль волка. Маленький ключ. Так, проверка. Выгравирован волк. Паучок тут. Так, я так понимаю, ключик этот от склада. Так, отлично, патрончики для магнума. Так, для дробовика патроны. Так, здесь у нас пусто.
Ну что, я заканчиваю. Со всеми прощаюсь. Благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, не забываем оставлять отзывы, комментарии под видео. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.